Всему миру хай-хай, с вами сегодня Мурмир, и я сегодня получил права. Ладно, шутка, на самом деле сегодня будет крутой обзор на интересный мод на Volkswagen. Не знаю их модель вообще, что это за Volkswagen. Но вот у меня в инвентаре есть всякие интересные Volkswagen. Ладно, погнали. Так, сначала мы покатаемся, вот так вот покрутимся, выйдем из машины и посмотрим вообще на вот этот черный Volkswagen. Довольно красивая модель, как бы мне интересно, колеса еще он поворачивается, но это я вам покажу чуть попозже. И умрет он, получается, с булавы, да, 100%. Ну, конечно. Ну, вообще, такие моды делают, там, машины слабые. А так это для ролевых всяких, там, для интересных сериалов, фильмов по Майнкрафту. Интересно. Вот, знаете, например, серенький Volkswagen. И вот, у него поворачиваются колеса, если вы затормозите с повернутыми колесами. Это, ну, точнее, рулем. Это очень интересно, прикольно сделали. Вот это Volkswagen, который в модах на Ави, получается, там. Я его видел, когда скачивал мод. Кстати, мод в описании. Тоже интересная моделька, но вообще они тоже различаются, как прошлое BMW, только по цвету. Но так очень интересно, я вам покажу все Volkswagen, которые тут есть. Тут, правда, нету там, например, зеленого, вроде красного нету. Ну, короче, всякие такие спокойные цвета. Например, вот это коричневый, но, как по мне, он больше похож на какой-то темно-серо-коричневый. Да, я умный очень. Так, ладно. Тоже прикольный Volkswagen, и умирает он, получается, вот как-то так. Видите, у него, кстати, там показывают сердечки. Вот я его ударил булавой, и все. Наверное, два удара булавы для него смертельно. Вот такой есть тоже интересный, какой-то светло-серый. Тоже красивый, прикольный Volkswagen, поворачивает. Можно просто ехать и поворачивать башкой. Он будет так ехать. Также напомню, что у меня есть ВК, ссылка будет в описании, все подписывайтесь. Так, ну а мы пока что продолжим обзор. Например, я заспавню белый Volkswagen. Очень красивый, реально, мне нравятся модельки, жалко, дверь не открываются и нету ключа, чтобы завести. Если хотите, чтобы я вам показал два очень интересных автобуса, а также машину, одну интересную русскую Волгу, ладно, проспойлерил, у которых будут открываться двери, ключ заводить есть, а также можно менять цвета, то, ну, точнее, баллончиками, там есть всякие разновидности. Короче, очень интересные три мода. Набираем под этим роликом 10 лайков, я выпускаю про эти машины, автобусы ролик, обзор. Правда, придется разделить на три части, я не смогу целых три мода сразу показать, это будет сложно. А сейчас я вам покажу салон в Volkswagen. Да, прикольно. Ну, ДТП, короче, тут произошло, бывает. Вот так выглядит тут руль там. Ну да, ДТП мы не будем разглядывать, они там сломались. Давайте, например, посмотрим на вот эту машину. Вот так выглядит салон. В багажнике вот что находится. Очень интересно, познавательно. Также он открывается, если на Shift. И также вот так вот. Давайте покажу. Вот, например, если на три точки в машине нажать, то откроется багажник. И давайте посмотрим, что в двигателе. Здесь интересно. А здесь что-то типа движка, наверное. Что это за штуки? Ладно. Наверное, типа двигатель. Ладно, не думаю, что тут какая-то фигня тут произошла на самом деле. Кстати, вон педали есть. Ну, проработанная машина еще снаружи. Думаю, создатель заморочился над таким интересным модом. Кстати, все это находится в призывах, в спавнах, в яйцах спавна, как еще можно сказать. А также мы заспавним сейчас миллиард этих Volkswagen'ов и будем их убивать. Тоже интересно, познавательно. Очень крутой обзор получается. Ну, кстати, прикольно, что с булавой все подлетает. О, господи, я что, двоих сразу? А что? Ладно, допустим, он сдох с первого удара. И да, как я говорил ранее, они умирают с двух ударов булавой. Нормально. Вот такие слабые машинки. Сделали бы их
более сильными. Ну а с вами сегодня был я, Мрумер. Сегодня получился вот такой очень крутой обзор. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро выйдет новый обзор. А я с вами прощаюсь. Давайте, ребята, всем пока. И сегодня будет очень много фольксвагенов. Все, всем пока, ребята.